Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Без памяти о прошлом нет будущего. В Беларуси отметили 105-ю годовщину Октябрьской революции. Как маму родную мы не забываем, значит, историю мы не должны забывать. Какой подарок получил Бобруйск? Жажда наживы. В Кричевском районе таможенники задержали контрабандиста. Отсутствовали необходимые транспортные и грузосопроводительные документы. Что ему грозит? Танец журавлей и партизан на пони. Бобруйский конно-трюковой театр представил патриотическое шоу. Очень приятно было слышать столько слов, позитив такой. Кого покорили грациозные элементы? А также новые законопроекты, бумажное производство и большие запасы. Аграрии завершили уборку картофеля, за счет чего увеличили урожай. Главное требование просто и понятно. Президент рассмотрел законопроекты о совмении нормативных правовых актов. Говоря о работе Совета министров, Александр Лукашенко отметил, в документе должны быть отражены все кризисные ситуации, которые пережила Беларусь в последние годы. Глава государства уверен, структуру необходимо реформировать. Во втором законе необходимо прописать все нормы, которые закреплены в обновленной Конституции с учетом сложившейся обстановки. Конституция – это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы тоже понимали, что это не просто, ну вот, взял и сказал, жить по закону. Это же не я тоже придумал, а об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди живут часто ориентируясь на личности. Ну, прежде всего, на президента, парламент, депутаты, совет министров и так далее. Вот приняли и ладно. Понятно, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или даже всеобъемлющими знаниями Конституции и законом. Естественно, никто их не выучивает, да и сидящие все за столом вряд ли помнят все эти нормы. И не надо. Законы и законодательство сложили некий образ жизни и поведения людей в той или иной стране, в частности, в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что нет. Главное требование президента – все документы должны быть прописаны понятным языком. В обсуждении также коснулись и темы ВНС. Александр Лукашенко отметил, вводится новая структура управления государством и обществом. По словам главы государства, ее необходимо аккуратно встроить в систему. Беларусь не отказывается от своего прошлого. Страна отметила День Октябрьской революции. Наша республика, одна из немногих, сохранила традицию, придала ей современное звучание. А открывать 7 ноября новые объекты стало неотъемлемой частью праздника. И Бобруйск, конечно, не остался в стороне. В сквере на Минской презентовали аллею трудовой славы. О красном дне календаря Ольга Васенда. Штурм Зимнего дворца в Петрограде – ключевое событие Октябрьской революции. 26 числа 1917-го власть перешла к советам. Временное правительство пало. Коммунистические идеалы изменили уклад жизни многих поколений и даже народов. Эта страница истории включила в себя чуть больше 70 строк. До распада СССР праздник считался одним из самых значимых. После многие страны на постсоветском пространстве отказались от него. Но не Беларусь. Мы не переиначиваем историю, не сносим памятники, не клеймим предков. То, что это эпохальное историческое событие, это уже факт свершившийся. И то, что вот люди приходят на это мероприятие, это очень дорогого стоит и о многом говорит. Так и в этот красный день календаря на центральной площади Бобруйска сотни людей. К подножию монумента Владимира Ленина возлагают красные гвоздики местная власть, депутаты, представители трудовых коллективов, профсоюзных и молодежных организаций. Город встречает 105-ю годовщину Великого Октября. Я сегодня пришла с внуком сюда, прививаю это, чтобы это было не забыто. Потому что, как маму родную мы не забываем, значит, историю мы не должны забывать. Это честь сейчас здесь находиться. Будущее светлое, чистое. И слава богу, что есть мирное небо над головой. Очень много молодежи на празднике, все патриотически настроены.
Замечательно. Праздник прекрасный. Главная традиция этого дня – открытие новых объектов. В сквере на Минской бобруйчанам дарят аллеи трудовой славы. Креативные инсталляции в виде кубов отражают историю городских предприятий. К примеру, красный пищевик зародился еще в 1870-м. Правда, на тот момент это был дрожжевой завод. На своем веку фабрика видела революцию, Первую и Вторую мировые войны, но не сломилась, выстояла. Мир вокруг, он бросает вызовы нам. И тот, кто качественнее, тот упервее подстроится к этим вызовам и правильнее это сделает, он будет на высоте. Красный пищевик сегодня вызовы эти победил. Машиностроительный завод, Славянка, Таин, Белшина, Бобруйско-Громаш, мясокомбинат, Беларусь-резинотехника, ТДЯ и завод растительных масел. У каждого предприятия свой путь со взлетами и падениями. Но все они – неотъемлемая часть будущего нашего города. В свое время здесь была аллея трудовой славы, еще когда Советский Союз был, она была демонтирована. И вот в канун 7 ноября было с руководителем обговорено, что восстановить аллею трудовой славы, действительно показать работу наших промышленных предприятий, историю промышленных предприятий. Аллея – дань уважения и памяти людям, которые в своей жизни главным считали труд. Бобруйск всегда славился промышленностью. 35 крупных и средних предприятий. На них приходится свыше 80% от всего дохода социально-экономического комплекса. Сбавлять обороты никто не собирается. Город продолжает укреплять финансовую и социальную стабильность. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Овощной бизнес. В Кричевском районе задержан грузовик с контрабандой. Могилевские таможенники совместно с ГАИ остановили «Мерседес». За рулем автомобиля находился россиянин. В ходе осмотра в полуприцепе за утеплителем правоохранители обнаружили около 16 тонн свежего перца. На товар отсутствовали необходимые транспортные и грузосопроводительные документы. По данному факту могилевской таможне начат административный процесс. Общая сумма незаконного груза – более 150 тысяч рублей. Контрабандисту грозит штраф до 960. Противовирусный препарат, финансовая подушка и мобильная сеть. Почти 98% населения страны имеет доступ к скоростному интернету. Сколько абонентов на связи? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии завершили уборку картофеля. Всего накопали 790 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Рост урожайности небывалый за счет того, что увеличили площади – 26 тысяч гектаров. Также повлияла сплоченная работа трудовых коллективов и хорошее состояние сельскохозяйственной техники. Дополнительную накопительную пенсию оформили почти 5 тысяч белорусов. Активнее других договора заключают жители Минска и области. Возраст клиентов в среднем от 38 до 58. А обеспечить свое финансовое благополучие в старости чаще стремятся женщины. Их почти 65%. В Беларусь поступил новый российский препарат от коронавируса. Противовирусное средство Скайвира можно найти в аптеках «Фармация», но отпускают его только по рецепту. В упаковке 10 таблеток. Лекарство содержит вещества, которые помогают бороться со всеми штаммами. Проблема с нехваткой в стране офисной бумаги практически полностью решена. Ранее трудности были связаны с отсутствием определенных белил, однако новых поставщиков нашли в кратчайшие сроки. Сейчас в планах совместно с Россией построить собственное производство вещества. В Беларуси в этом году ввели в эксплуатацию более 500 станций сотовой связи. Почти 98% населения теперь имеет доступ к мобильной сети, в том числе и в сельской местности. Растет и количество подключений к широкополосному интернету. Увеличивается скорость передачи данных. Сегодня в стране почти 12 миллионов абонентов. Из пункта А в пункт Б. В Бобруйске изменена организация дорожного движения. На Минской со стороны 50 лет в ЛКСМ для общественного транспорта выделили крайнюю правую полосу, а в обратном направлении их количество сократилось до двух. Теперь водителям, которые двигаются прямо, перед перекрестком следует занимать вторую или третью. А тем, кто собирается поворачивать на шинную, крайнюю правую. Нововведения сократят конфликтные ситуации и облегчат поворот с Гагариной и шины на главную магистраль. Грациозный шаг. Бобруйский конно-трюковой театр представил патриотическое шоу. Первый номер – «Котельон». Четыре пары – лошади и всадники – выполняли изящные элементы. В программе также танец журавлей, конкур, манежная езда и джигитовка. Все постановки сопровождались военными песнями и историями давних лет. После для гостей провели экскурсию и предложили покормить лошадей морковью. Фони класс – это маленький партизан, потому что наша Беларусь славится партизанами. И очень много детей было в партизанских отрядах. Очень приятно было слушать столько слов, позитив такой, что
мы как бы выполняем свою работу и несем еще радость людям. Патриотическая программа посвящена Великой Отечественной и приурочена году исторической памяти. Увидеть ее можно на многих праздниках и фестивалях. И каждый раз зрители покоряют блестящие выступления. Конно-трюковой театр, между тем, представил свою программу уже в 10 городах по всей стране. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! We'll be right back.